Во время праздничных мероприятий 31 августа по улицам областного центра будут шествовать свыше 1000 пеших казаков в парадной форме и с шашками в руках. Но кроме этого пройдет и колонна конных казаков. Прошедшая тренировка преследовала две цели – дать лошадям привыкнуть к оживленному городскому движению и привлечь внимание жителей к предстоящему празднику, а заодно и напомнить, что в нашем крае казацкому роду нет переводу. 2014 год – это 100 лет начала Первой мировой войны. Казачество принимало самое активное участие в ходе всех военных событий той эпохи. Поэтому мы должны это помнить и должны поддерживать, в том числе и воспитывать патриотов. И наши горожане должны увидеть историю не на картинках, не на экранах телевидения, а именно вживую.